Извините, господин президент. Итак, сегодня... Господин президент, вы верховный главнокомандующий. Вы можете закрыть Гуантанамо прямо сегодня. Эта тюрьма существует уже 11 лет. Ее существование незаконно. Позвольте мне договорить, мэм. Это очень важно. Итак, сегодня... Более 100 человек участвуют в голодовке. Этих людей довели до отчаяния. Итак, сегодня в очередной раз... Вы верховный главнокомандующий. Вы можете закрыть Гуантанамо. Мэм, я как раз собираюсь об этом сказать, но нужно, чтобы вы позволили мне сделать это. Я как раз собираюсь осветить эту тему. Можете освободить. Дайте мне об этом сказать. 86 заключенных, по которым ваше правительство вынесло решение об освобождении. Присядьте, а я расскажу вам как раз о том, что намерен делать. И в их числе 56 граждан Йемена и Шакир Амир. Мэм, спасибо. Позвольте мне закончить. Сегодня я в очередной раз призываю Конгресс снять ограничения по переводу заключенных из Гуантанамо. Я также попросил Министерство обороны определить в США место, где мы можем проводить военные трибуналы, и назначаю нового старшего спецпредставителя от Госдепартамента и Министерства обороны, чьей обязанностью будет отправка узников в третьи страны. Я снимаю мораторий на перевод заключенных в Йемен, и мы сможем рассматривать дела в индивидуальном порядке. Мы переведем в другие страны максимально возможное число заключенных, которым не предъявлены обвинения. 86 из них уже были сочтены властями США, не представляющими опасности. Освободите их сейчас. В случае необходимости мы будем судить террористов в США. В соответствующих случаях мы будем привлекать террористов к ответственности в наших судах и в рамках нашей системы военного судопроизводства. И настоим на том, чтобы для каждого из задержанных была возможна процедура судебного пересмотра. Позвольте мне договорить, мэм. В данный момент Ричард Рид, так называемый террорист-башмачник, отбывает пожизненное заключение в американской тюрьме особо строгого режима. Зачитывая приговор Риду, судья Уильям Янг сказал ему: «Та мера, которую мы вам назначаем, это мера нашей собственной свободы». Можете ответить, почему с беспилотника убили 16-летнего Абдурахмана Аль-Авлаки? Когда мы... Так мы должны обращаться с 16-летними подростками? Мы продолжим. Вы можете нам рассказать, почему убили Анвара Аль-Авлаки? Можете ли вы сказать мусульманам, что их жизни так же важны, как и наши? Можете ли вы вывести беспилотники из подчинения ЦРУ? Можете ли вы прекратить удары по предполагаемым террористам, совершаемые под предлогом их подозрительной деятельности? Мы занимаемся этим вопросом, мэм. Не хотите ли вы извиниться перед тысячами мусульман, которых вы убили? Выплатите ли вы компенсации семьям невинных жертв? Я люблю свою страну, люблю принцип верховенства закона. С беспилотниками для нас стало опаснее, а не безопаснее. И бессрочное содержание людей в Гуантанамо без предъявления обвинений тоже делает нашу жизнь опаснее. Соблюдайте принцип верховенства закона. Ведь вы специалист по конституционному праву. Думаю, что, как вы понимаете, здесь я отклонюсь от текста моей речи. Эта женщина заслуживает того, чтобы ее голос услышали. Конечно, я, конечно, не согласен со многим, что она сказала. И очевидно, что она не услышала много из того, что сказал я. Но вопрос о Гуантанамо важен и нуждается в решении.